Поэтому я вам сейчас расскажу очень много интересной информации из сети о известных людях. Когда-нибудь все падают с вершин, так и случилось с Биллом Гейтсом, который когда-то был самым богатым человеком в мире. На сегодняшний день его состояние оценивается в почти 90 миллиардов долларов, что делает его всего лишь вторым в списке после Джеффа Безоса, исполнительного директора Amazon. Но не думаю, что потеря лидирующей позиции сильно расстроила бизнесмена, ведь у него есть замечательная семья. Супруга Мелинда, с которой он в браке с 1994 года, и трое детей – Дженнифер, Фиби и Рори. Дети Билла явно отличаются от типичной золотой молодежи, к которой все привыкли. Они занимаются спортом, посещают занятия, встречаются с друзьями, как и любые другие сверстники в их возрасте. Дженнифер, старшая дочь Гейтсов, ей 21 год, и она учится в Стэнфордском университете, увлекается лошадьми и даже выступает за американскую сборную по конному спорту. Несмотря на отцовские достижения, она выросла в довольно строгих условиях. До 14 лет родители не разрешали ей использование гаджетов. А в университете она познакомилась с египетским спортсменом Наелом Насаром, с которым встречается уже некоторое время. 18-летний сын Рори в этом году закончил частную школу Лейксайд и еще не определился с выбором дальнейшего образования. Так-то парень интересуется компьютерными науками и экономикой. О его личной жизни ничего не известно, а одноклассники говорят, что он ничем не отличается от них. Младшей дочери Фиби всего 15 лет. Все, что о ней известно, так это то, что она учится в частной школе в Сиэтле. Скорее всего, ее жизнь тоже не отличается от жизни обыкновенного подростка. У Билла свои взгляды на воспитание детей. Он считает, что главное не обеспечить их до конца жизни, а научить детей самостоятельности. Гейтс считает, что у его детей должна быть адекватная самооценка, нужно уметь уважать себя и чтобы тебя уважали другие. Нужно сделать что-то стоящее. Также он учит своих детей, что плохой работы не бывает. Миллиардер убежден, что даже стоя за стойкой в Макдональдсе, можно сделать отличную карьеру. Не так давно в СМИ появилась новость о том, что Билл Гейтс лишил своих детей наследства. Это не совсем верно. Да, почти все свое состояние, напомню, 90 миллиардов долларов, он завещал благотворительным организациям. Но каждому своему ребенку он оставит по 10 миллионов долларов. Плюс к всему он уже обеспечил им наилучшее образование. Таким образом, мы имеем отличного специалиста с дипломом топового вуза и стартовым капиталом 10 миллионов долларов. Лично мне кажется, что Билл Гейтс поступил крайне разумно. Он вложил в руки детей их собственное будущее, да еще и толчок дал хороший. Это, пожалуй, правильный подход к воспитанию детей, если ты миллиардер. По крайней мере, твои дети не будут сбивать людей на переходах и тротуарах по несколько раз в год, как это делает наша золотая молодежь. Да и сам Билл ведет себя как самый обыкновенный человек. Если не знать его в лицо, никто и не подумает, что этот человек миллиардер. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь.